Приветствую всех на канале Game One. Буду рассказывать все, что нужно знать о зомби-режиме. Просто уделите 5 минут или минуты 3. Я думаю, все поймете, все будете знать. Особенности, что нужно делать. То есть сейчас лучше всего максимально быстро прокачаться. То есть прокачать в строительстве наполненный шкаф и улучшить себе... Ну, не улучшить, а поставить фундамент вокруг того. Чем больше фундаментов, тем больше шансов, что вас зомби не снесут. То есть, чем больше вы строите, тем больше они будут отвлекаться на эти фундаменты. Поэтому стройте фундаменты, не пускайте волну сразу же на голый дом. Они просто ее мигом снесут, и не просто не успеете ее восстановить. Еще лучше, ребята, возьмите вот такие вот деревянные шипы, поставьте их вокруг. Чем больше поставьте, тем тоже лучше. Они акрятся на них, намного легче становится их убивать, то есть все собираются в кучу и становится их намного легче убивать. Просто это намного легче, чем убивать их вокруг фундаментов. Тоже хорошая идея. Так, сейчас будем вызывать волну зомби. Скажу, ребята, некоторые не могли, не получали дроп после того, как волна зомби заканчивалась. То есть всему это есть свои причины, ребят. В дальнейшем расскажу. То есть сейчас вам нужно взять пару дробовиков. Лучше, конечно, оружие получше, типа QBZ, МК, Калаш. Ну, дробовик это пока что хорошее оружие. Помните, ребят, у вас время на все просит. Сейчас вызываем волну. Сейчас нажимаем, все. И пошла громкая сирена, вокруг на карте стало много зомби. И смотрите, справа внизу у меня обратный отчет. Полчаса нам дают, чтобы мы выполняли это задание. То есть у нас только полчаса. Кстати, ребят, вот эти вот собаки, они будут нам мешать больше всех. Это наша проблема будет, потому что с ними есть такая жесткая проблема. Вот смотри, как зомби на нас летят. Кстати, видите вот этого зомби на крыше? Вот он. Прыгнул вниз. Так, сейчас расскажу, ребят, почему вы не могли получить дроп. Почему у вас дроп не падал? То есть смотрите... Это я играю, и мне больше нигде нету зомби. Я искал, никого не нашел. Сейчас я перезашел в игру и вижу, что меня убили. То есть логично, это собаку, которую я не мог найти, она меня убила. Вот, кстати, она укусила нас сейчас. Одна из собак почему-то всегда теряется. Она не агрится, она нас куда-то исчезает. А когда перезаходим, она нас убивает, и она появляется. То есть вот убили мы зомби, и волна вернулась. Поэтому волны здесь очень много. Точно, ребята, сказать я сейчас не могу. Если я узнаю, сколько волн, то я напишу на экране. Думаю, я уже написал. Легче их убивать оружием и чинить. Лучше всего оставлять одного зомбаря живым, чтобы потом все это починить, потом резко включать. Только если вас много. Если вот вы играете в соло, ты играешь если в соло, то лучше всего максимально быстро это делать. А если у тебя... Особенности такая собака лагающая, то тебе придется максимально все это быстро делать, потому что из-за этой собаки уходит время. У меня ушло очень много времени, я перезашел раза 3-4, ну либо 3 раза, вроде бы 3-4 раза перезашел, потому что эти собаки все время пропадали. Сейчас они появились. Чтобы этого избежать, я в этом не уверен, ребят, чтобы этого избежать, как волна начала идти, пробежитесь вокруг дома, сделайте один круг вокруг дома. Думаю, они должны в этот момент появиться. И не будут, ни одна собака не пропадет. То есть попробуйте все же, если у вас так же пропадает. Потому что перезаходить после каждой волны — это реально проблема, потому что у вас времени не хватает. У меня буквально 1 минуты или 1-2 минуты мне не хватило, чтобы убить босса. Он ушел, это было обидно, потому что я потерял целый дроп. Минус 200-300 патронов. 200 патронов вроде бы. Минус мачете, минус дробовик. Типа мой топовый дробовик. Еще больше половины хп осталось. Тоже поцарапал. То есть патроны здесь не бесконечные. Поэтому обидно было все это терять. Тем более полчаса времени свои деревья, которые я фармил, чтобы все это вокруг поставить шипы. Сейчас все это починить. У меня уйдет очень много времени, потому что шипы нужно чинить металлом, а металл тратить не хочется. Но это не проблема, конечно, на самом деле, все это восстанавливать. Но запомните, эти собаки реально мешают. Думаю, разрабы это исправят. Это реально как-то сделано ужасно. В Китае, конечно, такого не было. В Китае было все четко. Кстати, смотрите, ребята, осторожно чините фундаменты. Я в него застрял.
Это была тоже проблема. Пришлось сломать, заново встать, хотя ничего не потерял. При восстановлении то же самое выходит. Так что вот одна собака появилась, смотрите. Они здесь легко планят, хорошо. Так, снова к этому тиммейту. Кстати, тиммейт был АФК, и его вырубили. Я его поднимал один раз, второй раз тоже поднимал, и я его там же оставил на долгое время. Он не дотек, он все еще нокнутым стоял, он лежал. Так что режим мне очень сильно понравился. Вызывать зомби можно каждые 24 часа тоже неплохо. Говорят, каждая волна, каждая волна либо с каждой волной все сложнее становится, либо с каждым вызовом волны становится все сложнее. Почти сложно. Кстати, мачете бит тоже не получается, когда ты в текстуре сломанной. Так что сверху получится, но снутри уже не получается. И да, ребят, я расставлял шипы на земле, чтобы посмотреть на этот, дают ли они урон зомби. Они не дают урона, тоже обидно. Зомби стоят чуть дальше и ломают их. И когда ломают, им урон не идет. Так что шипы просто потратил дерево. Очень много дерева потратил на их изделие. А вот еще... Как вообще отличить эти вещи? А типа наземные шипы, типа они называются шипы, и эти стоящие тоже шипы. То есть сложно все. Они типа все ужасно перевели. Мне перевод реально не нравится. У них всегда проблемы были с переводом. Еще когда игра была в релизе. Так, починим все это, будет хорошо. То есть иногда бывает КД на починку, а вот шипы уже нужно железо. Вы можете так оставить одного ходячего. И пока он ломает, он довольно-таки долго ломает, смотрите. И пока он ломает, вы можете пойти пробежаться, все починить. Ну, запомните, у вас всего лишь полчаса. Если вы будете каждую волну перезаходить, как я это делал, то вы не успеете до окончания волн. Так что запомните, типа, если у вас уже зомби нигде нету, ни в каком фундаменте вы не увидите зомби, то лучше вам перезайти. Потому что эта собака всегда пропадает куда-то. Вот они опять появились, это хорошо. Но я надеюсь, ребят, вам этот ролик был максимально полезен. Если у вас будут какие-то вопросы по какому-то другому поводу, если что-то в игре не понимаете, если что-то есть, что-то хотите, чтобы узнать, я постараюсь, ребята, узнать все это максимально быстро. Постараюсь найти способ, найти выход. Если у вас будет какая-то проблема, скажу сразу, я в игре особо не шарю. Мне тоже приходится искать баги или фишки там. Каждый раз, когда вы что-то пишете, я очень сильно стараюсь найти применение всему этому. Так что, надеюсь, вам ролик понравился. Всем огромное спасибо, что досмотрели. И всем пока.